Мурзилки. 20 лет. Лайв. Мурзилки лайв. Великий молодой спортсмен Николай, скажем так, подающий надежды. Именно о нем сейчас и пойдет речь в нашей... Ну и об игре с датчанами. Я рукой поглажу Колю, озорного малыша. Выходи, дружочек, в поле, разминайся не спеша. В поле бегают гуляки, конкурентов пруд-пруди. И бельгийцы, и поляки, Коля в поле, выходи. Коля в поле, Коля в поле, он азартен и горяч. Коля в поле, на футболе, он играет много мяч. Коля в поле, Коля в поле, он герой всех новостей. В нашем сказочном футболе вся надежда на детей. Тренируются ребята на жаре и под дождем. Мы победных результатов лет 15 подождем. Верим, парни будут бегать, а не косточки таскать. А с датчанами-то что делать? Надо Колю выпускать! Коля в поле, Коля в поле, он азартен и горяч. Коля в поле, на футболе, он играет много мяч. Коля в поле, Коля в поле, он герой всех новостей. В нашем сказочном футболе вся надежда на детей. Давайте, дети, давайте. Ну, а мы, соответственно, со своей стороны... Подождем. Как можем, так поможем. Все за счет родителей.